Спасибо за предоставленную возможность более тесно пообщаться здесь не только с сельхозпроизводителями нашей Ростовской области, но и учитывая приглашенных Краснодарского, Ставропольского края, вот, просил бы всех внимательно ознакомиться с тем обращением, которое мы планируем направить в адрес председателя правительства Российской Федерации. Вот. Оно связано с тем, что уже не первый год Масло-жировой союз России ведет такую агрессивную политику без обсуждения с сельхозпроизводителями, вот, лоббируя интересы чисто переработчиков маслосемян на ограничение по экспорту подсолнечника за границу. Конкретно, вот уже на сегодняшний день на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации есть проект постановления правительства до 15 сентября, он планируется подписать, где вводится увеличение вывозной таможенной пошлины на подсолнечник с нынешних 6,5, но не менее 9,75 евро за тонну до 20%, но не менее 80 евро за тонну. Поэтому мы предлагаем, вот, ознакомившись с этим во время перерыва, посмотреть. До этого хотел бы более подробно услышать ваше мнение по этому. Коротко некоторые цифры. Значит, текущий момент, нынешний год, 8,5 миллионов гектаров под подсолнечником в целом в Российской Федерации. Прогноз, который дает ИКАР, 13600. В прошлом году 15,5 миллионов тонн было подсолнечника произведено. Мощности перерабатывающих предприятий по подсолнечнику 17 миллионов тонн. Они без сильных усилий там, путем модернизации может увеличить их до 20 миллионов тонн. Поэтому вы видите, какой такой незадействованный еще ресурс у переработчиков. И на сегодняшний день вот они как раз стараются таким административным ресурсом, вот, ввести ограничения, чтобы весь подсолнечник, который производится в России, был использован на переработку. В то же время идет экспорт активный как маслосемян, так и шрота. И планируется производство более 5 миллионов, а в прошлом году 5800, по текущему году 4700 планируется производство масла. И на экспорт половина уходит. То же самое, те же цифры примерно по шроту. То есть идет экспорт как бы по государственному, да, если они этим самым апеллируют, на экспорт идет товар с более повышенной, как сказать, добавленной стоимости. Вот. И приводится к этому примеры по подсолнечнику. Как это сработало? И на сегодняшний день уже пошли снижение производства подсолнечника, урожайность низкая. По нашей, по Ростовской области сегодня, вот сводка буквально прошла, 13 центнеров урожайность. Юг начал убирать, в прошлом году 22-24. Соответственно, растут затраты, возрастают на семена, на удобрения, на горючее, на средства защиты. И уже присматриваются руководители хозяйств. А выгодно нам производить подсолнечник в таких условиях? Тем более чувствуют такие ограничения. Поэтому тут как бы вопрос, с одной стороны, лоббисты показывают, что это нужно для государства, а в то же время селяне, сельхозпроизводители начали снижать его производство. Я хочу остановиться и здесь вот послушать в дальнейшем. А вот как и в письме мы указываем, что все эти вводимые ограничения, они как раз это
нарушает основной принцип стабильности и производства, надежный постоянный сбыт, а также конкуренции правила ВТУ. Понимаете? Вот я попрошу Ганешин там высказать, у нас здесь представители Веселовского района, который плотно работает на сегодняшний день с компанией «Фрутолы», где уже идет такая долгосрочная работа договорная, где они регулируют на сегодняшний день и свое производство, и сбыт, зная твердую ценовую политику, которая складывается. И на таких условиях должны работать сегодня наши переработчики. И эти программы должны быть долгосрочными, без всяких ограничений. И самое последнее, что мы здесь в весне указываем, что это подорвет на следующий день работу той отрасли, которая является как раз инициатором этих ограничений. Экспорт подсолнечника около 1 миллиона тонн не нарушает продовольственную безопасность России, а формирует ценовую политику. Понимаете? И то, что добивается масло-жировой союз, они планируют в дальнейшем вообще ограничить полностью экспорт и стать монополистами на этом рынке. А это как раз конкуренция и нарушение антимонопольного законодательства. Вот я коротко прошелся по самому письму, которое мы планируем направить в адрес председателя правительства. Уже пошли обсуждения. В предыдущем номере газеты «Крестьянин» было расписано. И вот мы обсуждаем среди членов нашего зернового союза. Подписал Ярошенко, сегодня не смог. Вот. Мосинцев Геннадий прислал и подписал, и так по-крестьянски назвал их жировиками, вот. Возмущен сильно тем, что покупает уже шрот по 19 500, 21 ну, заплатили за подсолнечник, вот. А по шроту, кстати, хочу сказать, что и уже в целом по России, вот компания «Мираторг» строит там в Орловской области завод по переработке маслосемян только для того, чтобы получать шрот для своих предприятий. Понимаете? Поэтому вопрос очень серьезный, и он должен решаться на правительственном уровне. Вот я коротко прокомментировал наше обращение. Вот. Ну и прошу высказаться. Да, кстати, вот и Дмитрия мы обговаривали, там работа ведется такая. В Москве и поддерживает это с Аркадием Злачевским, вчера буквально разговаривал, Российский зерновой союз, они в сентябре в Геленджике планируют тоже провести такую работу и солидарны с нами, и планируют то же самое сделать такое обращение. Поэтому я попрошу высказаться, ну, в первую очередь именинника, вот, Владимира Герасимовича, сказать по этому поводу. Он очень активно работает на Владимир Георгиевич, пожалуйста, микрофон только. Спасибо, я думаю, что меня все услышат. И я не буду терять время. Понятно. Наши в Кремле услышали. Дорогие коллеги, вопрос, который вы сегодня выносится в этой части нашего совещания или же нашей встречи, совершенно актуальная для всех нас и для сельхозпроизводителей, которые работают с подсолнечником. Да, и я думаю, для тех, кто занимается животноводством, потому что вот у меня есть знакомые, которые в птицеводстве, это в Краснодарском крае, в Ставропольском, в Ростовской области, говорят, что они шрот покупают так, как мы продаем, и они тоже выращивают подсолнечник, как мы продаем им, жировикам, Мусинцев правильно выразился, подсолнечник, так они по этой цене продают нам и шрот. И то, что они в обиде, то, что они экономически проигрывают в этом, и якобы не обеспечивают канал растительным маслом, все это не так. Все это не так. Потому что вот
откровенно говоря, мы россияне, и правительство, и все говорим нами, вот они двойной стандарт применяют, что у них двойные эталоны, что вот они, например, требуют там от других стран что-то, их не ведут плясать. А у нас внутри нашей страны происходит то же самое, и кто в итоге является проигравшим, или кто в итоге является обиженным, это, конечно, мы, сельхозтоваропроизводители. И почему-то, вот они не вводят там ограничения на цены ГЗМ, когда говорят, да вот вообще перепроизводство нефтепродуктов, ну почему-то нет. Почему-то они не ограничивают цены на удобрения, не стимулируют нас другими интересными субсидиями. А вот то, что я разговаривал с тарабанчанами, с краснодарцами и говорил, вот они сумели, видите, какие они ребята, значит, дружные, сплоченные, не то, что мы в разнобой. И, наверное, совершенно правильно, что у них там есть мощное лобби, которое может все это делать. А мы скромные люди, а мне вот, ну, Иван Романович Долгов, если кто из старых, это мой друг, говорит, да нет, Володя, мы не скромные, мы жадные, они могут внести чемодан денег куда надо, а мы жадничаем, мы все в разброс, и вот потому нас и ломают, как вот эти новенькие отдельные палочки. Поэтому я думаю, что вот и я выступил с инициативой и с просьбой, и я думаю, что надо поддержать это. Быть может, надо кое-что усилить или оставим в таком варианте этот текст. И я думаю, что не только председателю правительства Мишустину, но надо направить это письмо и Государственную Думу, там же есть комитет по сельскому хозяйству, Кашин, правильно, да? Вот и Кашину надо направить это письмо. Да я бы и постеснялся, а закрыл глаза, и, как говорится, с такой, ну, и направил бы Владимиру Владимировичу Путину. И, между прочим, вот сейчас в преддверии выборов, давайте направим письмо это и нашему губернатору. Пусть и они посуетятся, пусть и губернатор тоже скажет свое слово, пусть станет на нашу защиту и тоже знает, что есть такие проблемы. И пусть нас тоже поддержит. Я думаю, что если и губернатор своим весом, своей значимостью и авторитетом может, значит, нам в этом плане помочь. Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо, но, Владимир Иванович, мы так и планировали, что губернатору направим отдельное письмо с приложением письма, которое мы направляем в адрес правительства, с просьбой поддержать наше именно обращение со своей стороны. Спасибо. Друзья, ну кто? Да, Александр, пожалуйста, что вы? Александр, я раз мне все, конечно, рассказал. Вот, полностью согласен. Но тут что? Конечно, все это бесполезно им писать. Мы это уже проходили, когда закрывали. Александр Иванович, мы на следующей конференции чемодан будем еще ставить. Да, чемодан надо собираться. Мое мнение какое, значит, это... Потому что понимаем, что бесполезно писать там президенту, бесполезно писать, потому что этому премьер-министру. Вот. В этом плане что? Это хамство, конечно, со стороны переработчиков. Потому что у нас покупают семечку, везут за границу, логистика сумасшедшая, да? И все равно люди на этом зарабатывают, кто везет нашу семечку. То есть мы до того же не хотим работать, переработчики, или столько хотим много денег получать.
что даже не делимся. Я понимаю, даже если бы логистики нам прибавили, от того наше масло было бы более за рубежом выгоднее, да, в любом варианте, все равно они бы выигрывали. А мне кажется, ну, первая причина это мы с вами когда-то похоронили крестьянскую партию, и в принципе наши интересы некому защищать вообще. Я не политический деятель, но мое такое мнение. А кто сегодня, кто в депутаты идет, даже взять наши областные депутаты? То Ростов-Энерго, то еще кто-то приезжает там в село, покажут, это умный человек, за него надо голосовать. Вот мы за него голосуем. А наши вопросы, до большого барабана всем, кто приезжает сегодня посмотреть на село. А кто там сегодня там убирал, президент озаботился, как плохо у нас в области, там людей не хватает там каких-то. А кого? Всех не хватает, всех. Потому что сегодня даже, мне кажется, бесплатно будет строиться в селах квартиры, и никто поселяться не будет, потому что тяжело на селе жить, как бы там не было. И мое мнение, так как у нас партии нет, никто нас не защитит, понятно, надо писать письма. Мне кажется, все-таки надо больше в средствах массовой информации это просто когда продавливать центральные газеты. Потому что, помните, когда тут приезжал к нам Медведев, тут мы рассказали, как вот надо делать, никто ж ничего не пошевелился. Да, поэтому надо как-то его где-то опубликовать, чтобы люди видели. Потому что что? Они плюс имеют о том, что у нас свет дешевле, чем за границей. То есть это 2-3 раза, да? Вот они, то есть свет у людей воруется, ну что общее постоянно, да? У нас газ дешевле, газ воруют в переработку этого подсолнечка, да? У нас там машины, наверное, зарплата у водителей дешевле. То есть у нас много плюсов, которые все это им копил. А так опять нас зарежут. И все. Мое мнение, что писать можно всем, но если мы не будем все это как-то более публично озвучивать, чтобы было видно, что ну, все-таки Зерновый Союз не политическая организация. Но как-то надо наше мнение тоже где-то опубликовать, безусловно. Спасибо. Спасибо, Александр Васильевич. Ну, мы разместим обращение, да, на сайте Крестьянина и видео. Вот, я надеюсь, Дмитрий Николаевич тоже, наверное, выскажется, да, во второй части, чего ждать, какое мнение Института конъюнктуры аграрного рынка. Ну, а те, кто согласен с тем, о чем сейчас говорили, друзья, Винников Виктор Петрович Мушкин, кстати, вы его знаете прекрасно, да, подписали, если хотите, это письмо, да, вот у него можно, есть экземпляр, все это подписывается и будет отправлено. Коллеги, вот с Краснодарского края. Да, Краснодарцы тоже, может быть, захотят написать, если есть желание. Сейчас, друзья,